Всем привет! Это очередной урок кулака белого журавля на нашем канале Пай Хай Чуань. И в этом уроке мы обращаемся к таким важным темам, как использование низких шагов. Это некая важная тема, и те, кто уклоняются от этой темы в традиционных боевых искусствах, те, наверное, что-то не дорабатывают и что-то не умеют. Это, еще раз повторяю, важная тема, потому что из нее вытекает множество различных опций атакующе-защитного характера, стратегических решений, тактических решений и так далее. В этом уроке мы еще обращаемся к использованию кулака для защиты, к подрагивающему усилию, к защите нижней части тела и ног. Ну, как раз вот здесь нам в том числе пригодятся наши умения, наши навыки в смысле использования низких шагов, ну и так далее. О том, как приобретается урок, внизу в описании к видео. И хороших вам тренировок!